Сегодня мы отрабатывали с бойцами второй сотни принципы CQB. Это Close Quarter Battle, то есть бой на ближних дистанциях. Это очень важный элемент, учитывая то, что на территории Донецкой области, ну и вообще по всей Украине, очень много промышленных объектов, много различной застройки разных типов. И бойцы должны понимать, как себя вести, зайдя в здание, чтобы это не было хаотичная стрельба, хаотичное перемещение без прикрытых флангов тыла. Парни тренируются совсем немного, всего лишь неделю, но уже есть положительные моменты, хорошие результаты. Будем продолжать этот проект, будем обучать всю роту. Дальше будем переходить, скорее всего, на следующий этап, уже работа в киллхаусе со стрельбой.